В этом видео я не буду рассказывать о своих плюсах. Я расскажу о том, что нравится моим заказчикам. Например, оригинальный сценарий не из интернета. Или яркий зажигательный пример для гостей. Умение держать внимание. Ну и, конечно, много всего интересного я расскажу вам при встрече. Ну а сейчас немножко моей работы.